если ты досмотрел до конца этот видосик, то ты молодец, что я могу сказать. В общем, как обратили внимание, я летал на шторме Т-6 Electrical в Абисе. И я не знаю, сколько я туда уже заходил раз, и как бы проблем нету. Собственно говоря, я к чему? Я к тому, что на шторме всегда, да, раньше было, считали, что Т5 только вот максимум можно проходить, и все, больше вот ничего нельзя пройти. В смысле, Т6 нифига. Так вот, я тут проходил несколько часов, может чуть больше даже. Даже не несколько часов, больше. Пройдено Абисов без счета. На шторме Т6 спокойненько проходится. Можете посмотреть мое КБ. Ни одного слитого шторма за последний сегодня и вчера не было. Соответственно, о чем это говорит? Ну и, собственно говоря, видосик, который вы посмотрели, тоже я вот снимал. Пришлось, правда, очень сильно все это дело ужать, для того, чтобы можно было понаблюдать, как я туда бегал. Итак, какой же Фитецкий? Фитецкий, в общем-то, стандартный, как для Т5. То есть все нормально. Единственное, у меня, как вы помните, абисные вартроны поточные. Они дают хороший прирост. Плюс я периодически пользуюсь пириками. Вот, набрал. И как бы все хорошо. А, ну и плюс еще, конечно же, импы. Импы у меня мидовские стоят, то есть даже не хайгрейд. То есть проблем, опять-таки, с этим нету. Заработано было, это все было на шторме. За вот это вот похождение 4, в общем, итоге, лярда. В среднем, получилось у меня где-то примерно 780 лямов иска-час. Да, вот так вот, 780 лямов иска-час, это в среднем. Потому что там, где абисы были, быстренько я проходил, следующий, то есть в час я где-то делал 5-6 абисов. Почему такая разница? Потому что в некоторых абисах попадались карибас, в некоторых абисах попадали дроумапки, карибас, ну и, соответственно, задержится. То есть не так быстро проходил абисы. То есть в среднем прохождение абисов где-то примерно 10 минут. То есть за 10 минут Т6 на шторме спокойненько проходим. Если встречается дроумапка и карибас, но тут ничего не сделать. В итоге можно пройти за 15, 18, 19 минут, в зависимости, как повезет, что было в других комнатах и так далее. Но, собственно, на видео все видно. Хоть там и быстро, но достаточно все видненько. Но как-то так. Так что Шторм, на самом деле, отличный кораблик для прохождения Т6 Electrical.